I would still maybe question overall if I understood the question well, but if an interpreter is sending a message to, so interpreters are not translating the chat messages between Want participants. to introduce yourself, tell us where you're connecting from, and then ask your questions. Hi, Hugo. Buen día por acá de Venezuela, Hugo Cira. Everyone, I'm calling from Venezuela. My question is to do with the parallel line to the аудио и дополнительно параллельное для всех тех, кто организует эту встречу, которые не слышат других участников. So on one device, you can listen to one audio signal. So meaning you can choose to listen to, let's say, Spanish. На каком канале вы слушаете перевод? Португальский, французский, испанский и любые другие языки. Да, совершенно верно. Это может быть полезно для тех, кто предоставляет техническую поддержку этому мероприятию. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, Нана, вы откуда? Я звоню из Грузии. Страна называется Грузия, не штат. У меня особый вопрос. У меня есть заказчик. Они мне сегодня позвонили. Нана, я думаю, что самый лучший способ ответить на ваш вопрос. Хорошо, спасибо. Спасибо, что вы с нами. Клэр, давайте посмотрим на список переводчиков, которые работают сегодня. Да, как я уже сказала в начале, Флор и Конча, они в испанской кабине. Французский перевод предоставили Элисон и Элис. И на русском канале Ксения и Асель. Хорошего вам дня, хорошего вечера, в зависимости от того, где вы находитесь. И давайте будем продолжать оставаться в безопасности. Спасибо. Спасибо всем. Thank you.